Наташа Королева позвала в дом гостей и устроила танцы, чтобы отвлечься от скандала с изменами мужа, но промолчать не смогла. Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Тарзан устроили вечеринку в своем доме. Впервые после месяца публичных обсуждений измены Тарзана жене, пара собрала гостей, среди которых были Владимир Винокур с супругой. Но забыть больную тему Королевой не удалось, и во время исполнения песни она все же зацепила Глушко едким замечанием. Очевидно, тот факт, что женщина простила адюльтер, не означает, что она о нем забыла. «Серега, говорят, ты телочек в дом водишь. А чего мне забыл позвонить? А да, я же в Краснодаре была», – подметила, танцуя рядом с мужем Наташа. В ответ на выпад певицы Тарзан лишь смущенно улыбнулся, а остальные гости продолжили веселье, не акцентируя внимание на словах Королевой. Несмотря на неловкий инцидент, пара старалась вести себя воодушевленно, танцевала, демонстрируя семейную идиллию и доверие. Измена Тарзана с Анастасией Шульженко стала одной из главных тем, обсуждаемых в СМИ за последнее время. Не желая, чтобы Наташа Королева узнала обо всем из эфиров телешоу, которое инициировала молодая любовница, стриптизер признался супруге во всем. Тем временем отвергнутая Шульженко побывала в УВД по ЗАО Москвы, чтобы написать заявление на Тарзана, обвинив его в намеренном причинении легкого вреда здоровью.